несмотря на это, генеральный директор принял решение с первого дня принимать участие в реализации социальных проектов на территории. И после этого что мы слышим? Понимаете, здесь с упорством, достойным лучшего применения, постоянно говорят, невозможно проект. Я вам, ребята, не получается, вот сейчас мы же себе противоречим. Вы можете его обвинять, можете предприниматель не рассчитывать свои прибыли и говорите, что мы потратили, и ничего с этого не имеем. Я отвечаю человеку. Ну вообще непонятно. Уважайте своего. Ну, зачем вы тогда этим бизнесом занимаетесь? Зачем мы бизнесом занимаемся? Ну, можно я вам на этот вопрос отвечать не буду? Не буду. Значит, я вам отвечаю. Вы поймите правильно, коллеги, что вот после... Никто даже не отрицает, что сделано тогда, в общем-то, много. И будет делаться дальше. Но вот таким отношением к компании, когда вы не, значит, ну, просто ведете себя, извините, по-бандитски. Ну, как бандиты с большой дороги. Пришли, перекрыли, страдают люди. Там, мы больного не могли привезти, он к чему виноват, повторить, из-за вашего перегороженного дороги. Мы не могли привести вовремя продовольствие автовикам, завести необходимый груз и так далее и тому подобное. Это непрерывный процесс, опасный процесс, понимаете? Вы создаете проблемы своей родной, я хочу, чтобы вы поняли, родной компании. Сургутнефтегаз для вас – это самая родная компания. Вы это понимаете? Она дает вам рабочую силу, дает мотивацию дальше. Сегодня поселок Ведимый, Пелиду, если взять в среднем доходы на душу населения, это одно из самых благополучных мест Якутии. И больше всего проблем... И воздух мы почему слышим из Ветима. Вы знаете, как люди носили? Я в своей предыдущей, можно так сказать, жизни проехал всю Якутию, был в каждом практически населенном пункте. Как там живут люди? Ну, вы вряд ли там были, а я был. Я могу сравнить. Понимаете? Ну, это небо и земля. Но они там живут. Мы, конечно, будем развиваться. В силу мер. Это совместный труд. От муниципальное образование, правительство. Вон, Виктор Викторович с утра до вечера занимается Северозаводом. Наша компания, мы, конечно же, будем делать, но вы можете элементарно с какой-то благодарностью, вот не с такой истерией и ненавистью, я читаю в интернете, просто ну, безумие какое-то происходит, с единовременное помешательство, кто, у меня такое ощущение, что я был в Ветиме, многих из вас знаю лично, я не верю, что вы способны на такие вещи, просто не верю, отказываюсь верить, вы все время были благодарны. Значит, глаза, улыбки, мы всегда встречались, решали вопросы, их огромное количество вопросов, которые мы решаем, но мы, понимаете, мы не компания Coca-Cola, мы не занимаемся саморекламой, нам это не надо. Чем меньше о нас говорят, тем лучше. Ну, вы мне заставляете говорить о том, о чем я говорить не должен, какие мы проекты реализуем. То же самое Транснефть, Роснефть, Газпром придет. Да, ребят, у вас счастье скоро наступит. Ну, конечно, оно не завтра наступит, но... Мы не говорим, мы делаем, реально делаем. Я вам могу целую лекцию прочитать, что сделал Сургутнефтегаз на сегодняшний день, в том числе в социальной сфере, и что будет делаться завтра.